Невыполнимая пари. Нам немало предстоит сделать вместе. Вот увидишь. Ты такая смешная, разговариваешь с цветком. Эй, он очень ранимый. Она напугала тебя, мой цветочек. Она напугала тебя, мой цветочек. Что случилось? Дина вечно смеется надо мной. А ты все та же. Целыми днями со своим цветком. Признайся, ты жить без него не можешь. Да? А что ты со своим рожком и со значком? Это совсем другое. С рожком очень весело, а значок светится. К тому же я легко смогу прожить и без них. А ты без своего цветка нет. Ну уж нет, я тоже могу жить без цветка. Хорошо, хорошо, может так и попробуйте. Вот правило. В течение недели Ризи и Диди будут присматривать за вашими вещами, чтобы вы их не трогали. Победит та, кто продержится дольше. Если Рози победит, я отдам свои пузыри. Я отдам кренделек, если победит Дина. У меня идея. Победителем станет та, кто не проиграет, а проиграет та, что не сможет победить. Потрясающе! Вот это волшебство! Начнем испытание. Первый день без вещей. Здравствуй, деревце. Как дела? О, мой цветочек дружелюбный. Эй, Костик, а у тебя как дела? Как же здесь тихо. Привет, привет! Эх, кричать не получается. Дуть в рожок было бы гораздо веселее. И как ты держишься? Скучаешь по своим вещам, да? Я по своим совсем не скучаю. О каких вещах ты говоришь? Как я могу скучать, если я не помню ни цветка, ни рожка, ничего? О, отлично! Продолжай в том же духе. И ты тоже, Дина, рада была повидаться. Интересно, как там мой цветочек? Я всегда читала ему сказки на ночь. Если не сыграю колыбельную на рожке, я не засну. Второй день без вещей. Привет! Как вы справляетесь? Сегодня ведь так жарко. Привет! Ха, Дина, что ты здесь делаешь? Ничего, просто проходила мимо и подумала, как здесь Ризи и Диди. Да, я тоже. Вы не против, если я проверю свой рожок? О, да, я тоже хочу проверить. Ой, так не должно быть. Все равно, пусть я проиграю, но я хочу свой цветок и блестящие рожки. Я хочу свой рожок и значок. Нам нужен план. Наша задача – пробраться в пещеру и незаметно забрать свои вещи. И как это сделать? Я оденусь разносчиком пиццы и дам Ризи и Диди пиццу, перед которой они не смогут устоять. О! И когда они отвлекутся, ты откроешь сундук и заберешь наши волшебные вещи. Это идеальный план. Здесь пусто. Нет! Отдайте мне мой цветочек и пиццу. Мне нужны мои волшебные вещи. Ой! Мы жить без них не можем. В чем-то мы очень похожи. Да, мы жить не можем без вещей, с которыми мы счастливы. Фэнтези Мэджик Кис! Что ни одна из них не победила.